К своему видео про осеннее искореняющее опрыскивание я прочитал такой комментарий. Мочевина и железный купорос поздно осенью, после листопада, если тепло на улице, может спровоцировать рост. Но я ответил на этот комментарий, что после листопада, если дерево вошло в состояние зимнего покоя, глубокого покоя, никакая мочевина и никакой купорос из этого состояния его вывести уже не может. А ведь осеннее искореняющее опрыскивание мы проводим именно в тот момент, когда растение уже находится в состоянии глубокого покоя. Вот давайте сегодня и разберемся, что же это за состояние, зачем вообще наши растения зимой спят, почему некоторые из них просыпаются раньше, а некоторые просыпаются позже, и почему теплая зима – это не очень хорошо для наших растений. Конечно, я сегодня буду говорить про привычные нам садовые культуры. Культуры умеренного климата. Яблоня, груша, вишня, слива, черешня, абрикос. Перед наступлением низких зимних температур все процессы в них останавливаются. И включается как бы внутренний замок. Вот в процессе эволюции они выработали такую своеобразную защиту от низких температур. Этот замок внутренний не позволяет им проснуться, даже если, ну скажем, в декабре установится на длительное время теплая погода. Вот высокая температура не способна их вывести из этого состояния. Ну, проведите простой эксперимент. Срежьте в саду веточку какой-то плодовой культуры, яблони или того же абрикоса, и занесите в комнату. Вы с удивлением обнаружите, что, проведя какое-то время в комнатной температуре, где тепло, эта веточка постепенно засохнет, но почки так и не раскроются. Вот это работает тот самый внутренний замок. Замок глубокого физиологического покоя. Ну хорошо, а что же нужно, чтобы этот внутренний замок раскрылся и почки на растениях начали раскрываться? Растение начало оживать. Теплая погода не работает, как я сказал. Здесь нужно что-то другое. И вот оказывается, нашим растениям нужно набрать определенное количество холодных часов, так называемых. Что это значит? Вот температура, температурный диапазон должен быть от 0 до 7 градусов. Вот все часы, которые попадают в этот диапазон зимой, они накапливаются, они суммируются. Все, что выше плюс 7 градусов, не считается. Все, что ниже 0 градусов, минус 1, минус 2, практически не работает. Сильные морозы вообще этих холодных часов не дают. И вот у каждой нашей культуры, у каждого сорта есть определенное количество холодных часов, которое оно должно набрать зимой. Вот биохимические процессы, которые происходят в растениях, происходят именно при температурах от 0 до плюс 7 градусов. Это не календарные дни, это как раз часы, которые попадают вот в этот температурный диапазон, и они суммируются. Набрав определенное количество, каждая культура, каждый сорт только после этого может проснуться и начать вегетировать. И вот в процессе набора этих холодных часов и происходит этот важный биохимический процесс в наших растениях. Гормон, который тормозит развитие, который держит почку закрытой, его количество постепенно уменьшается. А гормон, который способствует росту, его количество постепенно растет. И вот когда растение набирает необходимое ему количество холодных часов, оно, в принципе, готово проснуться. Оно готово выйти из состояния глубокого покоя, но еще слишком рано. Оно проснуться-то готово, но еще слишком холодно на улице. И все, что его сдерживает, его рост, его вегетацию, это, конечно, низкие температуры. Ну, проведите еще один очень простой эксперимент. Срежьте ветку абрикоса где-то в январе. Занесите ее в помещение, и вы с удивлением обнаружите, что эта ветка проснулась, что почки раскрылись, оно даже может успеть зацвести до того, как засохнет. Вот это как раз говорит о том, что это растение набрало необходимое ему количество холодных часов и уже готово просыпаться. Но зимой слишком холодно, зимой оно не просыпается. Вот эти процессы, процесс набора холода и потом последующего тепла, они идут последовательно, не параллельно, а последовательно. Растение должно сначала набрать необходимое ему количество холодных часов от 0 до плюс 7 градусов. И только потом тепло может его уже разбудить. Вот почему теплая зима для наших растений не очень хорошо. Количество часов, попадающих вот в этот температурный диапазон от плюс 0 до плюс 7 градусов, может быть недостаточным. Растение попросту не набирает холодных часов.
В результате оно весной, конечно, проснется. Когда наступит устойчивое тепло, оно проснется, обязательно проснется, но выйдет ослабленным из этой зимней спячки, из этого глубокого покоя. И цвести будет неравномерно, будет рваное такое цветение. Какая-то часть цветов распустится, какая-то нет, а зачастую некоторые почки вовсе останутся слепыми и не проснутся. Не будет на них ни листьев, ни цветов. Ну давайте теперь в качестве примера пройдемся по нашим популярным садовым культурам. Какие у них потребности вот в этих самых холодных часах? Яблоня. От 700 до 1000 холодных часов ей необходимо. Тут все зависит, как я сказал, от сорта. У каждого сорта свои потребности. Но если пересчитать на сутки, это получится примерно 25-40 суток. Яблоне нужен вот этот холодный период. Ну, при наших нынешних зимах это все растягивается на месяцы, потому что мы считаем, повторюсь, не сутки, не дни, а мы считаем именно часы, которые попадают в интервал от 0 до плюс 7 градусов. Ну, как правило, с яблоней в условиях Украины никаких проблем, скажем, не происходит. Она спокойно за зиму набирает вот эти холодные часы. Проблема происходит с культурами, которым нужно мало холодных часов. Вот этот классический вариант абрикоса. Ему нужно примерно 400-700 часов. Это довольно мало. И поэтому абрикос уже после Нового года, уже в январе, фактически готов просыпаться. Он уже выспался, он набрал эти холодные часы. И сдерживает его только низкая температура. И если вот в этот момент, ну, может быть, не в январе, может быть, в феврале, наступит теплое окно, довольно продолжительное, безусловно, он начнет просыпаться и может даже начать цвести. Ну а последующие неминуемые заморозки, конечно, все это цветение сведут на нет. Убьют и цветы, или даже образовавшуюся зависть. Еще одна проблема – это черешня, например. Черешня, наоборот, требуется много холодных часов. Ну там, по-моему, где-то от 700 до 1200. И вот часто в условиях нынешних зим черешня не добирает эти часы. И поэтому весной может просыпаться плохо. Как я сказал, будет рваное цветение, какая-то часть дерева будет цвести, какая-то не будет цвести, какие-то почки вообще могут не открыться. Итак, что бы хотелось сказать в заключение. Вот эта самая зимняя спячка, с ней не все просто так. Это очень точный и глубокий биологический процесс, который вырабатывался в наших растениях на протяжении долгих-долгих лет эволюции. К сожалению, современные изменения климата происходят стремительно, происходят очень быстро. И, естественно, вот эти эволюционные изменения в растениях за ними не поспевают. И садовод, если он хочет быть думающим, умным садоводом, должен все это понимать и обязательно учитывать. Ну, то есть, если вы посадите у себя на участке растения, которому нужно малое количество вот этих холодных часов, то вы рискуете, что при наступлении оттепели оно зацветет слишком рано и неизбежно попадет под заморозки, ну и вы будете без урожая. Точно так же, как если вы посадите у себя на участке растения, которому нужно, наоборот, большое количество вот этих холодных часов. Вы рискуете тем, что этих холодных часов оно будет не добирать, если ваш климат не соответствует нужному. И цветение будет, как я сказал, неравномерным, рваным, некоторые почки вообще не будут раскрываться. Точно так же вы можете никогда урожая от этого растения так и не дождаться. Вот это все очень важно понимать. Есть, конечно, у растений наших и другие защитные механизмы. Ну, скажем, растения точно так же как бы впадают в спячку, прекращают полностью развитие, замедляют все процессы при очень высоких температурах. Но при температурах плюс 30 градусов и выше наши растения останавливаются в развитии. Но это, конечно, совсем не так, как с глубоким физиологическим покоем. Это временная остановка, которая при возвращении температуры к нормальному состоянию растение опять оживает и начинает продолжать свой рост, свою вегетацию. Поэтому не путайте это. Глубокий физиологический покой. Это происходит на каком-то генетическом глубоком уровне. Что может сделать садовод в таких условиях? Попытаться отодвинуть цветение своих растений. Но я думаю, что это тема для другого видео. Постараюсь ее снять в ближайшее время. Как можно и можно ли вообще отодвинуть цветение наших плодовых культур, чтобы сберечь их при заморозках и остаться с урожаем. Ну, у меня на сегодня, пожалуй, все. Спасибо, что смотрели. Хорошей зимовки вашим растениям и вам. Всего доброго. Увидимся.